В этом году исполняется 65 лет Ульяновской организации Союза архитекторов России. Организация ведет активную деятельность. Идет подготовка к конкурсу «Зодчество-2020» и международному фестивалю «Эко-берег», который планируется провести в 2021 году в Ульяновске. Сергей Морозов рассказал собравшимся, что следующий год станет годом архитектуры в России. У нашего региона есть все необходимые вещи, чтобы показать себя в этот период достойно. Однако губернатор указал архитекторам на проблему, решение которой требуется в первую очередь. У нас многие архитекторы дружат каждый день против друг друга, вместо того, чтобы все же объединиться и искать в процессе вот такого цивилизованного общения, цивилизованных споров, какой-то такой вот консенсус, который, несомненно, пригодится всем нам, всему нашему региону. Эта задача уже частично решается. Уточнен список членов Ульяновской организации. В Союз архитекторов России направлен список людей на награждение почетными грамотами и медалями в честь юбилея организации. Кроме того, налажено сотрудничество с молодежным Минстроем региона. При поддержке архитекторов министерство провело ряд интересных мероприятий. День архитектора мы провели наш второй воркшоп «Архистойкость». Это архитектурная игра, направленная на выявление командных таких моментов, командной работы участников. То есть это были студенты, даже первокурсники, студенты-архитекторы и уже работающие архитекторы. Они работали в тандеме. Сергей Морозов объявил, что в недалеком будущем в регионе появится дом архитектора, где начинающие и опытные архитекторы смогут обсуждать проблемы, делиться опытом, разрабатывать и обсуждать новые проекты вместе с любителями архитектуры. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.